13 июня, Подмосковье, километров 50 от Москвы. Приехал устанавливать ловушку, а заодно и проверить, здесь ставил ловушку месяц назад, как она себя чувствует. Информация уже пошла, видео показывают. В этих местах километров, там может 10-20, но пошли уже раи. Раи пошли, сильные семьи развились до раевого состояния и полетели. Месяц здесь назад ставил ловушку. Зелени прибавилось. Заросло здесь все капитально. Ловушку проверил, как она провисела. Пустая, ни ос, ни шершней, ни пчел, не повреждена. Дождем не отмокла, не отсырела, хорошо себя чувствует. Поставил помету, где будет лучше заходить, потому что сначала залез через дебри, теперь буду заходить по знаку, быстрее и проще. На велосипеде сэкономлю минут 30-40. Здесь у нас темп городской очень быстрый. Эти полчаса мне еще пригодятся. Хочу проехать отсюда метров 500-600. Там уже начинаются дачи. Вот около этих дач нужно найти дерево. Деревья там есть. Установить ловушечку. Там начинаются дачи. Теперь отсюда будем идти в лес. И здесь нам надо найти дерево и установиться. Оказывается, здесь тропинка есть. Все очень удобно. Пошли ели. Долго плутал, если бы не велосипед. В общем, доехал куда планировал, до деревни. Зашел к елям в лес. Там полиэтиленовая палатка. Частенько мне стали попадаться эти полиэтиленовые палатки. Чего ожидать от этих людей, которые в них проживают? Поэтому ушел оттуда, доехал до деревни. Крюк дал с велосипедом по лесу. Ничего. Вернулся к платформе. Вот на этой еле я ставил уж, наверное, лет 5 назад. Платформа, вот прям платформа белеет. 50 метров, наверное, от платформы. Зашли сюда осы, и я как-то бросил эти места. А сейчас вот опять их возобновляю. В общем, буду забираться на эту ель и ставить здесь ловушку. Темно уже, но это и плюсом. Повесил ловушку, темно, под вечер уже, там вот платформа, обратно на электричке опять в город поеду. Ну, благодаря велосипеду я здесь помотался, поискал и вернулся на место, на котором несколько лет назад устанавливал ловушку. Старое дерево,
возрастное, повесил относительно высоко, открыл литковое отверстие. Безрамочная очередная картонная ловушка. Внутри ивовые кольца, обернуты картоном. Ну что, пробуем ловить на безрамочность.